Я иногда хочу стать женщиной. Так, только я сразу предупреждаю, это для вас чисто сегодня и сейчас. Если какой-то в интернет выложит, я тебе сказал. Во. А? Это чисто секретная фотка. Это секретка. Да, да, да. Это секретка. Вот, смотри. Секретка. Да, это секретка. Вот тебе и пожалуйста, да, сука? Лысина, да, тварь? Вот, пожалуйста, это я, пасики. Я секси. Да. Такая, смотри. Да. Нахуй ты показал фото своей жопы снизу? Сфоткай лысину, старый чамер. Вы, сука, смеетесь сейчас там, да, сидите в своей фотке? Вы даже представить не можете, насколько вот это тело, которое на фотке, сильное, может попустить каждого из вас. Поэтому сидите потише там, а? Старый Шаг, привет, это я, твой древний как меч Экскалибур страх, школьник, шкилка, так называемая. Хочу выразить свое субъективное дизайнерское мнение по твоей крутой, навороченной модной прическе. Я вот слежу давно за модой, и такого я еще, ну, нигде не видел. Это очень модно, очень классно и реально со вкусом твоя прическа. Залысина на твоей голове – это главный плюс. Реально, не убирай никогда. Не пересаживай свои волосы на вот эту боковую часть залысины. Меня просто это возбуждает. У меня сейчас хуй стоит как каменный. Я не знаю, что делать. Я вот просто, ну, поражаюсь твою реально прической. Она очень модная и очень классная. Я не знаю, тебя поставить как апостол красоты. Реально, чтобы ты стоял и всем показывал свою прическу, а люди молились на тебя и восхищались, как я. Но у меня, вот, дед, скажу тебе вот прямо, у меня сейчас произошел импульс чувств. Я хочу насрать, насать тебе на голову, обкончать тебе лоб, размазать это все по твоему лицу, и чтоб ты лаканил мой писюн до потери просто пульса сознания. Ты меня так сейчас возбудил, что ни одна женщина меня так не возбуждала. Вот, дед, так что ты меня очень, ну, понравился, я не знаю, вот сфоткай еще раз свою прическу и свои, ну, нежные ножки, такие худенькие, как утяночки ножки, я бы еще раз подращил на вот это фото, реально. Твои ножки просто... Просто не передать словами. Ты супер, дед. Ты супер. Боже, сука, ты бы, блядь, вот тот чаморочек молчат, а конь нагулянный, сука. Как дать бы тебе по твоим кривым зубам? Чисто вот это тело, которое ты сейчас видишь на экране, это твой страх, понял? Если бы ты это тело в реале увидел, твои действия были бы следующие. Я их предрек. То есть ты бы убежал, заплакал к маме, пошел бы извиняться перед ней и передо мной. Все. Ты женщина, это чувствую. Твои шины будут спущены при нашей встрече, понял? Если ты попадешься мне на глаза, ты сгоришь, понял? Ты сгоришь от моих лазеров. Я тебе сказал.